Праздник «День сельского поселения Булатниковское» состоялся в поселке Новодрожино во дворе многоэтажек. Поздравляя пришедших, первый заместитель главы Ленинского района Елена Добрина порадовала хорошей новостью жителей этого микрорайона. Он теперь будет в составе муниципалитета. Мы принимаем ваш поселок, мы начинаем планировать на следующий год и на ближайшие 3 года средства для того, чтобы привести его в порядок. Я живу в Ленинском районе, я живу в Новодрожино. Сельское поселение Булатниковское, в составе которого несколько населенных пунктов, динамично развивается. Это заслуга в том числе и его жителей, неравнодушных к своей малой родине. Александра Григорьевна Соколова – краевед. Она собирает материалы об участниках Великой Отечественной войны, жителях поселения. Я считаю, так как я дитя войны и помню войну с первого до последнего дня, поэтому я считаю, что все, кто воевал, они не должны остаться в памяти только родственников, а чтобы о них знали и окружающие. Преснякова Валентина Александровна 20 лет живет в поселке. Работает лифтером, участница всех выборных кампаний. Всех поздравляем с праздником. Желаем вам, чтобы все, что задумали, что нам пообещали, что все исполнилось. Дома, что подделали, а то ремонта нет никакого в домах. Лавочки хоть поставили, потом на праздник пришли и посидеть не на чем. В своем поселке хотим видеть цветущий сад наконец-таки. Мы стараемся. Жилье было ведомственное до сих пор. Вот только что приняло нас Булатниковское сельское поселение. Обещают много. Хотелось бы, чтобы обещания с делом не расходились. Поздравляю с праздником, конечно, всех исключительно. Всех дрожинских. Желаю счастья, здоровья, всего-всего-всего доброго. На празднике Дня поселка веселились все, особенно дети, вовлеченные аниматорами в интересные конкурсы. Ребятам в этот день удалось и стать дрессировщиками веселой семейки пуделей. А тем временем на территории фирмы «Арт-Лед», которая создает не только ледяные формы, но и деревянные скульптуры, сотрудники предприятия в рамках празднования Дня поселения организовали для ребят праздник, приурочив его к началу нового учебного года. Финал – это вот совместно с детьми нужно было изготовить основную нашу книгу. А основная книга, с чего начинается учебы, это вот азбука. Вот вы ее и видите. Как и положено на праздниках, в этот день все желающие угощались пирогами и другими вкусностями. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.